На выходных прошло два матча между мордовскими и пензенскими хоккеистами. И в первый и во второй день каждая из команд выкладывалась на максимум. Ведь первенство ПФО – турнир значимый. Ну, первенство ПФО – это первенство федерального округа. Для наших детей это, можно сказать, главный старт. Играет на Россию с разными городами. В первом круге 20 игр, во втором круге тоже 20 игр. И уже по итогам этого ПФО, то есть команда выходит или там в группу Б, или в группу А. Мы вот сейчас в данном случае боремся там за группу Б. Бобры и Мордовия встречались 4 раза. На протяжении 3 матчей наши ребята забивали шайбы одну за другой как в Заречном, так и в Саранске. 2-6, 1-7, 8-2. И все в пользу мордовских хоккеистов. Последний, 4-й матч должен был поставить красивую точку. Расскажи о настрое команды. Команда настроена хорошо, готова бороться, биться и побеждать, конечно. Какие шаги будете предпринимать для победы? Играть в пас, забивать голы и обороняться хорошо. Это нам поможет в победе. К сожалению, настрой и тактика в этот раз ребятам не помогли. Заветные 4 из 4 побед собрать не удалось. Игра закончилась со счетом 4-3 в пользу «Бобров». Тем не менее, юные мордовские хоккеисты сохраняют хорошие позиции и в дальнейшем не планируют снижать планку. Анастасия Кулагина, Владимир Надькин, «Народные новости».